Предновогодние праздники продолжаются. Сегодня в парке имени Кирова состоялся новогодний праздник для воспитанников детской деревни семейного типа. Долгожданный праздник проходил прямо на открытом воздухе возле пушистой красавицы. Ребята веселились и пели песни, хотя погоду на улице не назовешь теплой. Поздравить ребятню пришел и аким города Алтай Кульгинов, который пожелал им здоровья, исполнения всех желаний и попросил хорошо учиться, отметив, что именно они являются будущим нашей страны. Детей ждут вкусные подарки, а сразу после хороводов ребят ждет праздничный обед. Мне очень нравится елка, все замечательно. Для нас приготовили такой сюрприз. Благодарна очень. Вот. Рада, конечно, что уделяют для нас столько времени. Так свежо. Как бы даже не чувствуется холода. Охота поплясать.